Итак, ребята, страсти накаляются, и мы продолжаем. Не забывайте ставить лайк за накаление страстей. Ну где же они? Клем! Клем! Черт возьми, темно. Ты нифига не вижу. Это шанс. Ты в порядке? Что мы будем делать? Где Люк? Где Люк? Where's Luke? Hell, I don't know. Да черт возьми, не знаю. Он все ныл, и я ему сказал, что половил по горам. Что, он все пальцы на руке сломал? Видимо, да. Да иди нахуй, Билл. Похоже, что у них все. Кто эти парни? Можем их брать? У меня вот на том парне просто прицел идеальный. Don't, не надо, он всех убьет. Нам надо попробовать, мы должны найти Люка. Вот еще немножко налево. Ты сукин сын. Я не знаю, может Люка найти? Снял. О боже мой! That's for our man. Это за нашего человека. Ну, так вот, я этого делать не хотел, но вы мне особо выбора не оставили. Так вот, что будет. Я сейчас еще одного друга выведу сюда, и ему всажу пулю в голову. Или можете сдаться сейчас, ваш выбор. Ублюдок. Хватит патрон тратить. Кенни, over there. Кенни, там. Эй, привет, Алли. Билл, no! Билл, не надо. Скорее ему остановиться. Stop! Кенни, хватит. Алвин. Алвин. Damn. Черт. It's a tough shot. Выстрел будет трудный. What do you think? Как думаешь? Клэм. Клэм. Ну так, взять пушку, стрелять. Не стрелять. Я стрелять могу. Да стреляй, пофиг уже. Он живой. Нет, Альвин. Ребекка, не смотри, просто не смотри, Ребекка. О боже, о боже. I can keep this up all night. Да я всю ночь так могу. Сарита. Сарита. Что ж делать? We're coming out. Выходим. Let's go. Вперед. Where's Luke? Где Люк? Finally cut and run, huh? Ну что, он, конечно, сбежал. Почему же я не удивлен? Предупреждал ведь. Говорю же, не идти с ним. И смотрите, куда он вас завел. Ну, теперь в безопасности. Мы идем домой, как семья. Ладно, давайте, собирайте их. Отправляемся обратно в лагерь.
следующий раз в «Ходячих мертвецах». Son of a bitch would have shot Walt no matter what. Застрелил бы Волта. Well, I ain't going out like that. Not но without так fight. Не будет. Без драки не сдамся. Folks are sore over what happened. Ребятам жалко. Let's remember, these are our brothers and sisters. Это наши братья и сестры. They all have a vital role to play. И у них у всех важная роль в этом сообществе. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. Если они отошли от стада, не значит, что они могут заслужить путь обратно. Can't find it in our hearts to forgive them. Не то чтобы у нас нет сердца, чтобы простить. Those who choose not to accept our love. Но те, кто не хотят принимать нашу любовь, получат свое. The storm is on the way. Шторм на пути. Это Люк, ребята, с Клементиной стоит. То, что я выбрал. Эпизод второй. Зеленый дом, типа того. Блин. Нет, не вылетело. Все-таки, видимо, исправили проблему. Правда, там выбор не указан. Ну, наверное, еще рано там не успели засчитать выбор. Я хочу пропустить это. Я не хочу смотреть на титры. Ладно, в любом случае, ребята. Вот вам, собственно говоря, второй эпизод The Walking Dead. Насчет третьего эпизода, потому что все сейчас будут орать, давай третий эпизод снимай дальше, ребята, невозможно, он еще не вышел. Он выйдет где-то, точной даты релиза у него нет, сказано, что в 2014 году. То есть, ну, через какое-то время он выйдет, ребята, но я не могу вам гарантировать время, я его не знаю, сами разработчики его не анонсировали, поэтому не просите меня делать третий эпизод, это просто невозможно. Его просто нет в природе. Просто вот не вышел еще следующий эпизод. Вот второй есть, только что вышел. Третьего еще нет, поэтому... Просто чтобы не было ситуации, как с первым эпизодом. Пожалуйста, не спамьте в комментариях, давай третий эпизод, это невозможно. Его просто еще в природе нету. Поэтому, ребята, придется вам терпеть и ждать. Надеюсь, вам понравилось прохождение. Переводил я, мне кажется, неплохо. Мне кажется, вышло довольно-таки сносно. И, в принципе, эпизод интересный, длиннее первого, и более напряженный, лично вот как по мне, он более напряженный. Первый был, ну, тоже напряженный, но как-то покороче, а этот, в нем много событий, вот действительно, и друга старого встретили, и действительно много всего произошло. Правда. Хороший эпизод, хорошо сделанный, надеюсь, третий будет такой же или даже лучше, хотя куда уж там лучше. В общем, ребята, спасибо за просмотр. Мы сейчас возвращаемся к Саус Парку. И пока. Думаю, вам было приятно.